Сегодня 140 лет со дня рождения Янки Купалы. Классик отечественной литературы, академик, первый народный поэт, который внес неоценимый вклад в ее развитие, культуры и языка. Его творчество – огромное количество стихов, драматургия и яркая публицистика. От первой до последней строчки о Белоруссии. По данным Госпогранкомитета, за 5 дней без визы Беларусь посетили более 150 граждан Польши. Напомним, с 1 июля начал действовать безвизовый режим для этой страны. Литвы и Латвии с 15 апреля. В общей сложности им воспользовались свыше 103 тысяч граждан сопредельных европейских государств. В Бобруйске задержали серийного вора велосипедов. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый. Мужчина совершал кражи путем перекуса тросиков вблизи учреждений образования и предприятий. Орудовал преступник днем. Украл он 4 байка, общая сумма ущерба около 1000 рублей. Белгидромет сообщает, спад уровня воды сохранится до конца недели. Касается это и Березины, где показатель опустился ниже положенной отметки. Между тем, температура в реках составляет от 17 до 27 градусов, в водоемах 22-26 со знаком плюс. В Хабаровске продолжается открытый чемпионат России по тяжелой атлетике. Принимают в нем участие белорусские атлеты, в числе которых бобруйчане. Так, во второй день турнира серебряный призер Олимпиады в Рио Дарья Наумова одержала уверенную победу в весовой категории до 76 килограммов, показав результат в 228 килограммов по сумме двух упражнений.